Привет, друзья! Турнир «Прорыв» приехал в край вулканов, гейзеров, красной икры и крабов. Здешние жители знают с десяток видов лосося и первыми в стране встречают Новый год. Это Петропавловск-Камчатский, восточный форпост России. Расположен полуостров на разломе тектонических плит. Ты посмотри, какая красота! Авачинская бухта – главная достопримечательность Петропавловска-Камчатского. Это вторая по величине бухта в мире. Еще одно бесценное сокровище Камчатки – это культура коренных народов. Турнир, объединяющий всю Россию. Это прорыв от Калининграда до Камчатки. Это киберспорт в мире кораблей. В Калининграде было по-настоящему жарко. Сразу четыре команды с опытными командирами сражались лицом к лицу. В упорной борьбе финального матча верх одержала команда «Большая ловушка». Градус киберспорта поднялся еще выше в Санкт-Петербурге, где 32 команды в онлайн-режиме бросили друг другу вызов. В финале сильнее всех оказались ребята из команды «Смех». Но прямо сейчас мы узнаем, кто же станет победителем турнира «Прорыв» на Камчатке. Сегодня мы начинаем финальную стадию нашего турнира «Прорыв» от Калининграда до Камчатки. Сегодня 4 команды будут бороться за приз в 1 000 000 рублей. И самое время начать эти увлекательнейшие бои. Поехали! Меня зовут Дмитрий Рудаков, ник Дно Гейминг. Приехал с города Сочи, поселок Лазаревское. Играю в корабли с 2015 года. Киберспорт для меня — это в первую очередь люди, те игроки, с которыми я играю. Моя сильная сторона — это принятие решений в бою. Моя слабая сторона — то, что часто подставляюсь. Участвовал в множестве турниров самых разных. Максимальный результат — первое место на «Царе Марии» номер 2. Самый сильный капитан — это Руслан Кумаса. Самая сильная команда моя. А, нет, все, у меня другая команда, другое название. Нормалин. Самый простой путь для новичка — это смотреть, как играют сильные игроки, смотреть хороших стримеров и много играть. Желаю получить вам удовольствие от просмотра. Короче, за пару минут я настрелял 1600 попаданий с ПГК. 1600. В первом матче камчатского этапа турнира «Прорыв» жребий определил первую пару команд. Ими стали коллективы «Кумыс» и «Think». В первом бою кумысовцы показали себя во всей красе. Особенно стоит отметить прорыв капитана команды «Простримера», который на своем ПМК-линкоре «Принце Руприхте» разобрался с двумя крейсерами противника. Нет, ладно, сам добиваешь. Да, видимо, у команды Think что-то случилось с коммуникацией. Самое главное — наладить коммуникацию. Без коммуникации не будет побед. Во втором бою Think уже их командир показал мастерство игры на немецком ПМК-линкоре. Если ты попадешь в торпеды, потом сразу мы будешь пробовать сбивать. Все, Азума, разворачиваемся, вкатываем. Но Гейминг мало того, что повторил трюк с прорывом по центру, так еще в самом конце боя выживал из последних сил. Я не знаю, как ты на Шрёдере будешь русскую Аляску типа убивать. Стоит сказать и про остальных ребят из команды Think, которые быстро принимали решения и показали все свои сильные стороны. Моя сильная сторона — это принятие решений в бою. Счет в матче 1-1. А это значит, что все должно решиться в последнем бою. И вновь команда Think решила провернуть тактику с прорывом через центр карты. Вначале коллектив Дно Гейминга потерял русскую Аляску. Но у командира был четкий план — победить любой ценой, что в итоге и получилось. Кумыс отправляются в нижнюю сетку, а Think — в финал верхней сетки. Все было хорошо.
Привет, меня зовут Руслан, игровой никнейм ProStreamer, он же Кумысай. Я родился и вырос в городе Караганды, приехал оттуда. Киберспорт для меня — это огромные мероприятия, крутые моменты, жизнь в игре, много людей. Максимальный результат в турнире — это Царь Морей 2, первое место. В последнее время мой любимый корабль в мире кораблей — это Тольятти. Корабль получился очень интересный, есть дымогенератор полного хода, 12-километровая РЛС-ка и прекрасная баллистика. Корабль — пушка. Скажи, пожалуйста, вы выиграли или проиграли? Мы выиграли, но только одну. А две проиграли, получается, проиграли. Короче, я ощутил вот этот момент, когда ты собираешься с игроками, которые просто за тысячи километров живут от тебя, и происходит вот эта вот победа в бою, одна, и ты такой: да, они могут, мы сила, мы вместе. И это прям, ну, я проникся, прям очень круто. Ну, проиграли, но у нас есть шанс еще отыграться, поэтому мы обязательно вернемся. Я не понимаю, что я делаю, но... О, опа, 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 рыба, рыба! Яр, огромная какая! В конце 17 века, когда царь Петр Алексеевич колесил по Европе с великим посольством, сюда, на дикие земли коряков и ительменов, прибыла экспедиция Владимира Атласова. Ее цель была сообщить местным жителям о том, что теперь они подданные российского царя, и отныне должны платить ему ясак в виде лисих и соболиных шкур. Вскоре здесь, на берегу Авачинской бухты, русские казаки основали небольшое поселение, куда осенью 1740-го прибыли два судна экспедиции Витуса Беринга — святой апостол Петр и святой апостол Павел. Поселение было названо именем святых апостолов и сперва называлось Петропавловской гаванью. В 1822 году оно получило ранг города и стало именоваться Петропавловским портом. До конца 20 века город называли просто Петропавловск. В это время он был главной базой для русских экспедиций, отправляющихся на исследования отдаленных уголков Мирового океана. С 1924 года город стал называться Петропавловском-Камчатским, чтобы не путать с казахстанским Петропавловском. Во второй половине 20 века в городе начали создавать крупные рыбодобывающие предприятия с огромным флотом, выходившим на вылов рыбы в Мировой океан. Эти предприятия и сопутствующие им стали городообразующими. Одной из самых ярких страниц в истории города является оборона Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в августе 1854 года во время Крымской войны. Здесь, на Никольской сопке, около 300 русских воинов сбросили в воды Авачинской бухты неприятельский десант. В память об этом событии Петропавловск-Камчатский был удостоен звания «Город воинской славы». Еще одно бесценное сокровище Камчатки – это культура коренных народов. Познакомиться с ней поближе можно в одном из этнокультурных комплексов. В стойбище Кайнаран вы можете погрузиться в быт и обычаи коряков. Кстати, в переводе с корякского языка «Кайнаран» означает «медвежий угол». А теперь чаечками подкричали. Привет, меня зовут Тимур, я приехал из Москвы, игровой никнейм «Муха в ухе». В
Для меня киберспорт — это умение коммуницировать с командой, быстро находить общий язык. Я участвовал во всех турнирах мира кораблей. Зачастую это первые места, не просто призовые. Из сильных сторон точно можно выделить умение общаться с командой, находить правильные решения даже в самой сложной ситуации. Слабая сторона — иногда слишком сильно засматриваюсь на тактическую карту и не слежу за своей игрой. На самом деле, на первое место лучше поставить коммуникацию, потому что не правильные тактики и разъезды выигрывают игру, а именно правильно принятые решения во время боя. В следующей битве камчатского этапа турнира «Прорыв» сошлись команды «Пчела» и «Мечта». В первом бою команда «Пчела» решила сыграть в контроль точек. И это у них получилось. Еще и командира своих противников, «Мечтательницу», «Пчелы» потопили самой первой. Свечусь, мага пролазка. Сведитесь по пелингу сейчас сюда, кто достает. Меня сюда взять, конечно, выигрывалось. Еще один успеть бы. Пробуй добить Егир 5000. Ну а дальше хладнокровие, точная стрельба и контроль всех ключевых направлений принесли первую победу в этом матче. Отличный результат для команды, которая собралась совсем недавно. Пришлось, глядя на никнеймы, собирать команду. Во втором бою мечтатели решают рискнуть и пойти в прорыв. А вот пчелы, наоборот, заняли удобные позиции и приготовились встречать своих противников. Единственный, кто не придерживался этого плана, был Муха в ухе, который на эсминце «Ташкент» затерзал противников своими быстрыми перемещениями. Походу, эсминчик на меня сейчас будет выходить. Я что-то по нему разброс бешеный. Подожди, да мы в кольце просто, не со всех сторон сейчас. Поджоги, повесь ему по максимуму, я подключаюсь по мальчонку. Аляска, тоже помоги по мальчонку. Работаю. Я не доживаю. Вижу. 9000, дырки. Его можно сейчас убить? В результате пчелы, потеряв один корабль, одерживают победу, которая отправляет их в финал верхней сетки. А мечтатели сразятся с командой простримера. Мы пожелаем им быстро находить язык со своими сокомандниками. Привет, меня зовут Ирина, ник «Мечтательница». Я из Рязани, в корабли играю 5 лет. Киберспорт — это что-то новенькое. Пробуем. Я часто сильно врываюсь и упарываюсь. Можно такое на камеру говорить? Бывает, по невнимательности ошибаюсь, а сильные стороны разбиваю. Участвую регулярно, но максимальный результат в одном из прошлых прорывов выходили в плей-офф. Самое сложное — уследить за всеми, а не только за собой. Пока познакомились только с 2 игроками. Случайным образом они еще оказались соклановцами, они уже сыграны, мы уже с ними тоже тренируемся, сыгрываемся, так что я думаю, все будет здорово. А у нас очередная пауза, в которой наш заядлый рыбак Саша Генерал Панк Харитонов расскажет, откуда произошло название камчатской реки Авача. Авачинская бухта – главная достопримечательность Петропавловска-Камчатского. Это вторая по величине бухта в мире. Она уступает своими размерами только Австралийскому заливу Порт-Джексон. Присоединение Камчатки к России в конце 17 века вызвало большой интерес к полуострову. В 1703 году для его изучения сюда был снаряжен отряд. Моряки, попав в бухту, удивились столь удачному ее строению. Бушующие в Тихом океане цунами здесь становились безопасными для кораблей. Свое название Авачинская бухта получила по имени реки Авачи, которая втекает в нее. По-ительменски «апач» означает «отец». Главный символ Авачинской бухты — три скалы, так называемые «три брата». Существует легенда, согласно которой боги разозлились на коренных жителей Камчатки и послали огромные океанические волны, чтобы смыть прибрежные поселки. Но три брата встали на защиту поселений и отбили натиск воды. За свой поступок они были превращены богами в камень и теперь стоят как вечные стражи. Говорят, что в акватории бухты может поместиться весь мировой торговый флот. Как бы то ни было, акватория Авачинской бухты активно используется для судоходства. Здесь расположен главный порт края – Петропавловск-Камчатский.
С самого начала этот город создавался как морские ворота Камчатки. Все, Авачинская бухта получается. А там уже дальше большой, нескончаемый океан. А вы в океан выходили на этой яхте? А были прям в большом шторме, когда яхта вот прям, не знаю, а пристегиваетесь чем-то во время такой качки? Страховочный пояс. Понятно. Есть версия, что название реки Авачи, которая дала имя и бухте, и вулкану, произошло от названия рыбы чевыча, самого крупного представителя тихоокеанского лосося. В период нереста через бухту и дальше по Авачи поднимается большое количество представителей этой рыбы. Говорят, что в это время здесь рыбу можно ловить даже голыми руками. И вообще я считаю, что каждый мужчина за свою жизнь должен построить дом, вырастить сына, посадить дерево и, конечно же, поймать настоящего трофейного камчатского лосося. А теперь вернемся к нашему турниру. Страсти на турнире накаляются. Словно все бои проходят не в прохладных водах мира кораблей, а в горячих источниках Камчатки. После неудач в первых матчах в нижней сетке турнира сошлись команды «Мечта» и «Кумыс». В первом бою оба коллектива были настроены максимально серьезно. Командир «Кумысовцев» «Простример» решил провернуть трюк из первого матча и агрессивно ворваться на «Принце Руприхте», но потерпел фиаско. Я вываливаюсь, наверное, и пробую вам Аляску. Мечтатели первыми сделали два фрага. Вторым стала русская Аляска. Б, у них пустая осталась, они втроем здесь зажались. А потом случился переломный момент. Нужна помощь. Да иду, Андрюх. И оставшись 3-3, кумысовцы переломили ход боя и одержали победу. Уже опять преимущество по очкам. Я сделал все, что мог. Даже втроем ребята справились. Ну все, где это проиграли сами, соло, молодцы. Красавцы. Все трое красавчики, сильные, опытные. Не могу выбрать из них лучшего. В бою на карте ловушка «Простример» вновь в числе первых теряет свой корабль. Это надо себе отметить. Да, не обходить вас слева, справа. Ты там пока один, жди, пока подошлёт. Да, я и хочу в борт. Но такая жертва была оправдана, ведь грамотно распределившись по карте, кумысовцы захватили две точки. До самого последнего момента удерживали преимущество. Вот ты, перед тобой сейчас будет остров, развернись влево, орудие переведи на левый борт, уже переводи, разворачивайся, и будешь в прием. Отдельно хочется отметить эсминцевода-победителей. Игрок весь бой с помощью торпед удерживал прорыв опасных противников. Эх, что же случилось с мечтателями, которые заканчивают этот турнир на 4-м месте? Почему так сложилось, что вы не смогли выйти дальше? Ну, я думаю, может, слабая слаженность команды. Где-то у некоторых неопытность, ну, может, кто-то, как я, например, после отпуска. В финале верхней сетки встретились фавориты турнира. Пчелы противостояли команде Think. Давайте мы точку у них забираем, можем даже не ехать дальше никуда. Борта только сильно не ставьте, на зуме правее возьми, чтобы тебе борт не протянули. Это была воистину битва титанов. Команда «Дно Гейминга» сначала захватила инициативу и вынудила отступить коллектив «Мухи в ухе» к краю карты. Ну так, они все сюда вывернули. Они здесь. Они решили центр забрать, все понятно. Меня начинают фокусить. Практически поверив в свою победу, «Тинг» теряют несколько кораблей. Спокойно. Куда ты играешь? Ты там живешь, ты еще фуловый, 5000 хп, все четко. Мы его сейчас забреем. Все, молодцы, все. А пчелы, наоборот, берут инициативу в свои руки и побеждают. Во втором бою Think до конца боя не упускали свою инициативу. Словно ураган они прошлись по карте ловушка, методично выщелкивая противников. Два поджога, ребят, все, поиграл. Это жесткий фокус. Возможно, сказалось отсутствие эсминца, которое обеспечивало преимущество по ХП. А возможно, команда «Дно Гейминга» просто выбрала правильную тактику. Да, убивайте трансфликатора всей команды, я попробую убить просто лягу.
В любом случае, исход этого матча мы узнаем уже в следующем бою. Один мудрец в мире кораблей как-то сказал, что каждый киберспортсмен должен пройти свой путь воина. Для командиров Мухи-Вухи и Дно Гейминга этот бой решал, кто же из них отправится в гранд-финал. Команды действовали почти синхронно. Синхронно захватывали точки. Синхронно теряли корабли. Синхронно набирали очки. Но грамотное распределение огня и правильные позиции... Бронебойные залпы летят в руперт, руперт попадает под фокус, причем фокус трех-четырех кораблей уходит, но гейминг... Позволили пчелам переломить поединок. И они наконец-то взяли инициативу в свои руки и уверенно одержали победу. Нам нужно будет вот эту Аляску попробовать убить. Академия пчел как будто бы первый гранд-финалист турнира «Прорыв» Петропавловск-Камчатский. Игра была прям очень напряженная. Первый бой мы как бы отыграли так себе. Второй очень прям тяжелый был. Вот. Но мы все-таки одолели победу. Прям вообще последние секунды очень было напряженно. Да, бои на Камчатке были невероятно захватывающие. И все это заслуга не только опытных командиров команд «Кумыс», «Мечта», «Тынк» и «Пчела», а еще и игроков из Петропавловска-Камчатского. Давайте же, наконец, познакомимся с этими киберспортсменами, которые расскажут нам о себе. Что для тебя мир кораблей? Любимая игра и место отдыха. Развлечения. Эмоции. Расслабиться. Хобби, отличная игра. Свобода некая. Прекрасное время проводить вечерок дома. Сколько боев провел, чтобы попасть в список счастливчиков? Больше 5. Точно больше 10. Не могу точно сказать. 400 боев примерно. Много. Немного. По регламенту, по-моему, 5, но так больше. Любимый корабль в мире кораблей? Петропавловск. Курфюрст. Тольятти. Мекленбург. Тирпиц, наверное, будет. Гроссер, Курфюрст. Салем, Миссури, Кит, Друид. Расскажи о самых крутых местах в своем родном городе. Вот сейчас то место, где мы снимаем сопка Мишенная. Весь океан и бухты наши шикарные. Малки, теплые озера. Батарея Максутова. Самое крутое место – это дом. Авачинский вулкан, Вилючинский вулкан. Их очень много, все не перечислить. Твои пожелания зрителям турнира? Я желаю прекрасно провести время и болеть за всех участников. Смотреть, болеть и играть в корабли. Смотрите, наслаждайтесь. Болейте и верьте в нас. Смотрите больше, смотрите чаще, улыбайтесь. Не гореть, как говорится, чтоб всегда был под рукой огнетушитель. Свой, личный. Готовьтесь. Саша «Генерал Панк» Харитонов расскажет, какие еще морепродукты можно отведать в Петропавловске-Камчатском. Сейчас будет очень вкусно. Рыба, икра, крабы и другие камчатские морепродукты известны всей стране. Но какой праздничный стол среднестатистического россиянина без красной икры или рыбной нарезки? Камчатскую рыбу любят за дикость, ведь ее вылавливают в естественной среде обитания, а не выращивают в рыбхозяйствах. Рыболовство и морской промысел на Камчатке имеют глубокие исторические корни. В 19 веке лосось был вторым по ценности местным ресурсом после пушнины. В начале прошлого века Тихоокеанский рыбохозяйственный бассейн занимал второе место в Российской империи по вылову рыбы, уступая только Каспию. В наши дни не только камчатская рыба, но и натуральная продукция на ее основе завоевывает мировой рынок. С рыболовством связаны и старейшие учебные заведения Камчатки. В 1925 году в Петропавловске начало работать Камчатское отделение Тихоокеанского института рыбного хозяйства. А в 1942 году открылся морской рыбопромышленный техникум, который к сегодняшнему дню вырос в Камчатский государственный технический университет. И, конечно же, ни один турист не может пройти мимо местного рыбного рынка. Каждый день сюда привозят свежий улов из Тихого океана, рек и озер. Кстати, до 90% добычи красной икры в России приходится на Камчатский край. Ее еще иногда называют красным золотом. И оттенков у этого золота море. От морковного, это икра горбуши, до багрового кижуча. И у нас вновь противостояние команд «Кумыс» и «Тынк».
Но теперь на кону выход в гранд-финал. И прямо скажем, коллектив «Дно гейминга» сразу обозначил, что матч в нижней сетке — это скорее формальность. Ребята, выражаясь футбольной терминологией, сыграли в игру в одни ворота. Разбив соперника почти в сухую. Неужели у команды «Кумыс» сложности? Нет как будто каких-то сложностей, просто это весело. Второй бой на карте Греция вновь показал всю мощь коллектива «Think». Ребята без потерь отправили на дно кумысовцев. Каждую свою дуэль ребята под командованием «Дно гейминга» выигрывали без особого труда. Сейчас переведешь. Шрёдер у нас чуть-чуть отхилится, и Шрёдер тоже будет в отвороте вкидывать урона. Идём. Было видно, что опытный наставник «Think» не только грамотно руководил своими подопечными, но еще делился своим киберспортивным опытом. Всегда играть от себя, а не от соперника. Да! А прямо сейчас мы послушаем напутственное слово для финалистов турнира «Прорыв» от командира простримера. Все бегом на океан, там супер, там необычно, там необыкновенно, там просто космос. Сразу за мысом Маячный начинается Тихий океан. Собственно, именно его воды омывают этот уникальный памятник природы – Талактырский пляж. Его вулканический песок содержит титан, ванадий и железо. Благодаря последнему неплохо прилипает к магниту. Многим известно еще и школьного курса географии, что Камчатка входит в так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. Область по периметру Тихого океана с высокой сейсмической и вулканической активностью. Поэтому в Петропавловске-Камчатском немного встретишь высотных зданий. И можно увидеть вот такие сейсмоустойчивые жилые дома с контрфорсами. Кстати, о вулканах. Ближайшие к городу, Козельский, Авачинский и Корякский, местные жители называют домашними. Такое милое и душевное название наверняка вызывает недоумение у гостей города. Тем более, что два последних действующие. Корякский заявлял о себе сравнительно недавно, в 2009 году. Так и вижу, как милая бабулька подходит к ошалевшему туристу и говорит ему: «Да не бойся ты, милок, они свои домашние!» Вулканы, или как их здесь называют, сопки, являются главной туристической достопримечательностью Камчатки и ее столицы, для которой они еще и официальный символ. Расположенные недалеко от Петропавловска-Камчатского, так называемые домашние вулканы Авачинской группы очень популярны среди местных жителей, как направление туризма выходного дня. На Камчатке находится и самый высокий действующий вулкан Евразийского континента – Ключевская сопка. Последнее извержение произошло в 2023 году и доставило немало хлопот даже в Канаде. Для вулканов Камчатки характерно большое разнообразие форм и размеров. Они формировались в различные геологические эпохи и в настоящее время проявляют активность в различной степени. Больше подробностей о жизни и богатом внутреннем мире вулканов можно узнать в музее «Вулканариум». Например, что в августе 1969 года на лавовых полях под склонами вулкана «Плоский Толбачик» проходили первые испытания «Лунохода-1». Корякская сопка – самый высокий из домашних вулканов Петропавловска. Его высота – 3456 метров. Из-за своей активности и близкого расположения к населенным пунктам его добавили в список 16 самых опасных вулканов мира наравне с Везувием и Санторини. И несмотря на все это главное украшение Петропавловска-Камчатского и его окрестностей. Ведь хорошую погоду Корякскую сопку видно из любой точки города.
Друзья, мы на дачных источниках. Откуда же взялось такое интересное название? Дело в том, что прогуливаясь здесь впервые, вулканолог Кирсанов со своей женой сказал: «Тамарочка, ты посмотри, какая красота! Прям как на даче!» Отсюда и пошло дачные источники. И вообще, природа Камчатки – одна из самых своеобразных и интересных в мире. Обусловлено это тем, что полуостров расположен на разломе тектонических плит, что и обеспечило региону поистине уникальные природные особенности. Много веков неизменными владыками края были хвойные леса. Однако периодические извержения вулканов вместе с ландшафтом изменили и растительность на нем. Хвойные породы деревьев можно увидеть преимущественно на восточном побережье. Сейчас основным деревом Камчатки является каменная береза, которая растет на равнинах и в горах и привлекает внимание своей изогнутой формой. Почти в неизменном виде представлена фауна полуострова, настоящим хозяином которого можно назвать бурого медведя. Он встречается повсюду. Настало время узнать, кто же станет победителем турнира. В гранд-финале камчатского этапа турнира «Прорыв» киберспортивная судьба вновь свела команду «Think» и команду «Пчела». Мы во второй раз стали свидетелями битвы «Тактик Дно Гейминга» и «Мухи в ухе». В первом бою финала обе команды действовали крайне осторожно. У нас на отстрел есть Аляска, русская. Русская Аляска сразу едет в поджим. И когда все противники были обнаружены... Гап, нажми на рубрикатель. Здесь еще что-то, что меня гапит. А что меня гапит? Первыми за дело взялись ребята из команды «Тейн». Не можете отпускать 9000 хп Аляску, которую вы можете убить. Наша Аляска. А что с нашей Аляской стало на домашней? Отсветись! Собравшись в кулак из трех кораблей, они методично, корабль за кораблем, потопили пчелиный флот. Оставив на плаву лишь один крейсер. Настоящий бой чемпионов. Первый бой есть. Красавцы. В ловушке под стать названию карты свою западню расставили уже пчелы. Сфокусировавшись на центре карты, игроки этой команды воспользовались тем, что команда «Дно Гейминга» разошлась широким фронтом. Отдельно хочется отметить линкоровода команды «Пчел», который максимально эффективно реализовал свой корабль. Разменяться надо. Торпеды за 5 километров не кидай, в самый упор кинешь. Нужен размен. Торпеда. Все, поиграл. Коллектив под командованием «Мухи в ухе» явно не согласен уступать своим противникам в этом матче. Что ему с чемпионом не понравилось? Потому что он забанен. Разве? Да. Организаторы и участники турнира начали серьезное обсуждение. По правилам финального матча игроки с помощью системы выбора запрета оставили за бортом поединка 4 корабля, одним из которых был эсминец «Чунгму». И именно этот паназиатский корабль был в составе команды «Пчел». Поэтому в этом бою им присуждается техническое поражение. Мог там ничего не делать, мы выиграли этот бой. Не техничка. Да ты чё? Для командира «Муха в ухе» и его команды из-за досадной ошибки этот бой становился решающим. Сейчас или никогда. И будто понимая это, обе команды решают не тратить время на долгие размышления. Сосредоточившись в центре, игроки устроили настоящую корабельную драку. Наш Руприх, срочно сюда, газуй под нашу Аляску. Лови там Микеланджело сейчас будет спереди. Сначала противники отправили в порт по одному крейсеру, за которыми вскоре ушли и два линкора. Давай быстрее туда, надо доехать на линкоре. Верни, направо, Меньшон. Дальше битва продолжалась в формате 3-3. И словно в подтверждение своих намерений, победу в этой потасовке одержали пчелы. ПБшки, можешь вазу ему дать залп? Хорошо. Неужели ребят из Think так расслабила техническая победа в предыдущем бою? Все может решиться уже на карте «Трезубец». А пока счет 2-1 в пользу команды Think. Их победа в бою означает победу в турнире. Ставки для обоих коллективов высоки как никогда. Пчелы начинают бой осторожно. Ребята взяли «Югума». Явно читается расчет на скрытые торпедные атаки. Эсминец у домашней точки прикрывала «Азума».
А вот Think решили действовать так, словно это у них последний шанс продолжить борьбу на этом турнире. Сразу 4 корабля, 3 больших крейсера и линкор стальным кулаком выдвинулись в сторону точки А. Налево, вот сюда едь. Аляска, упираешься в остров и бегом назад. Под такой корабельный каток от Think первой попала русская Аляска «Пчел», которая отчаянно пыталась скрыться. Но куда там? Ты не слушаешь, ты просто продолжаешь ехать задом, и все, ты не заворачиваешь за остров. Сметающий все на своем пути корабельный локомотив быстро снес сопротивляющийся крейсер. Следующей целью ордера стал пчелиный линкор «Принц Рупри». Тут основным силам стала помогать даже одинокая «Азума» команды «Think», которой в этом бою была отведена роль прикрытия домашней точки «Б». Руприхт от острова направо повернешь, все будет четко. Пчелы тоже не сдавались. Несмотря на потерю двух кораблей, они всячески пытались огрызаться. Их усилия не прошли даром. Надо попытаться Аляску убить. Попади по Аляске там хорошенько. Ребята топят русскую Аляску противника. Тебе хотя бы заблочить точку надо, не то что пикировать, тебя все ждать будут. А еще команде «Мухи-Вухи» удается захват точки А. Вот только очков боеспособности у капитана пчел остается не так много. Прячась в дымовой завесе, он пытается скрыться. Но «Think» уже были готовы к такому повороту событий. Еще один фраг на счету ребят из команды «Дно гейминга». И в бою остаются 6 кораблей. 4 из «Think» против 2 пчел. «Принц Руприхт» отыскал «Азуму» пчел и буквально вцепился в нее своим противоминным калибром. «Югума» пытался хоть как-то помочь своему собрату торпедными атаками. Но все тщетно. Не сбавляя натиска, «Think» забирают крейсер, а в самом конце боя и эсминец. Мы поздравляем команду «Think». Ребята под чутким руководством «Дно гейминга» проделали достойный путь. Прошли нижнюю сетку и победили в финале. Чё, последний бой, последний фраг мой, да? Да забирай уже быстрее. Это было незабываемо. Это был настоящий прорыв. Успел? Да. Красава! Лучше. Дима! Всё. И я тебя поцелую. Поздравляю команду победителей, команду «Think». Ваше название красноречиво говорит о том, что нужно не только уметь нажимать кнопки, стрелять, но еще и думать. Вы большие молодцы. Поздравляю, друзья. От лица правительства и Министерства цифрового развития Камчатского края поздравляю всех участников с таким грандиозным мероприятием. Впервые на Камчатке киберспортивный турнир такого уровня с таким призовым фондом. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации данного турнира. Конечно, коллеги из Lesta Games, большое вам спасибо. Спасибо, что приехали на Камчатку, устроили для нас такой большой праздник. Поблагодарить Киберпанду, Андрея Нестерова, Артура и всю команду. Спасибо большое, что поддержали нас. Поблагодарить нашего титульного спонсора, Камчатский региональный оператор связи, Интеркомсервис, наш призовой фонд. Это все благодаря им. Вдвойне символично, что наш турнир приурочен ко дню военно-морского флота. Камчатка славится своими моряками. Камчатские моряки являются гордостью Тихоокеанского флота, флота России. А вы, друзья, в свою очередь, с сегодняшнего дня являетесь гордостью киберспортивного сообщества Камчатки. Я вас с этим поздравляю. Ура! Дорогие друзья, на этой чудесной ноте завершается наша серия турниров «Прорыв от Калининграда до Камчатки». Я хочу выразить большую благодарность всем нашим зрителям, игрокам и партнерам, которые были с нами на протяжении всего июля. И особые поздравления командам-победителям, которые сделали этот турнир поистине захватывающим и интересным. С вами была команда «Мира кораблей». До новых встреч в наших следующих турнирах.